В год 400-летия Люберец в свет вышла еще одна книга, рассказывающая о богатой истории городского округа. Она посвящена поселку Томилино, его достопримечательностям и людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие родного края. Автор книги Любовь Летайкина принимала поздравления с днем рождения. В гостях у именинницы побывали и мы. В свой праздник Любовь Летайкина на работе в родной Томилинской библиотеке имени Есенина. Здесь она трудится с 1982 года. За это время сменила несколько должностей. Была заведующей и директором учреждения. Знает своих читателей и каждую книгу. К истокам Томилинского края особенно. Она и автор, и главный идейный вдохновитель. Созданию этой книги, где отражена история поселка с момента его основания до сегодняшних дней, Любовь Ивановна посвятила больше 40 лет. Клавдий Николаевич, это основатель нашего поселка, умер 4 апреля 1947 года. А я родилась 4 апреля. Вот такая игра какая-то. Как будто, знаете, как Клавдий Николаевич посылает меня, как бы, давай работай, и чтобы люди знали и читали. В этот день библиотека наполнилась цветами, подарками и теплыми словами в адрес именинницы. Поздравить Любовь Летайкину пришли не только читатели и друзья, но и представители Совета депутатов. Самое доброе пожелание. У вас сегодня день рождения? Да. Именно, дай Бог вам здоровья. Мы рады вас видеть. Я искренне желаю вам такой форме как можно дольше. Народные избранники вручили Любовь Ивановне почетную грамоту Совета депутатов городского округа Люберцы. Поздравить виновницу торжества пришли также коллеги из структурных подразделений Центральной библиотеки имени Есенина. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.